Вкусный и пикантный рис можно подать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, рыбе, птице. Готовится очень просто и быстро. Берите на заметку этот замечательный рецепт. По желанию можете добавить в блюдо тертую морковь, чеснок или свежую зелень. Подготовьте ингредиенты. Лук нарежьте кубиком и обжарьте с добавлением масла. Рис промойте, добавьте в сковороду и обжарьте все вместе. Приятного аппетита!